Фонтан был открыт сегодня в сквере 65-летия Победы в Советском районе. По концессионному соглашению с администрацией Нижнего Новгорода, водоканал обязуется отремонтировать 14 фонтанов в Нижнем Новгороде. Раз, два, три! Нормальная у нас бассейн. Тепленькая. По нему ходить прикольно. Ага, особенно когда свалишься туда, да? Мне фонтан очень сильно нравится, потому что он лучше стал, он красивее, и у него хороший и красивый дизайн. Просто будут кидать монетки, мы любим их доставать. Фонтан всегда нужен. На воду приятно смотреть, тем более, когда она фонтаном. Когда появился фонтан, все как-то больше народу стало приходить вечером сюда. Нам, бабушкам, посидеть на свежем воздухе, шум водички послушать. Радостно, потому что столько времени его не было. Мы соскучились. По поручению главы города в прошлом году проведена работа по обследованию фонтанов в городе Нижнем Новгороде. И уже в этом году в рамках заключенного пенсионного соглашения запускаем второй фонтан на улице Бекету. В этом фонтане, значит, был заменен декоративный борт фонтана на современный материал агломерат. Значит, заменено насосное оборудование, обновлена водная картина, сделана современная подсветка фонтана. Вот. И в настоящий момент осуществляется фильтрация воды. До этого на фонтанах в городе вообще не осуществлялась фильтрация воды, поэтому вода постоянно цвела и была грязная. Мы здесь будем гулять, бегать, играть, смотреть, любоваться. У фонтана бегать-то лучше? Да. Чем? Потому что если будет ветер дуть в жару, да, например, будут брызги все лететь на нас. И что? И будет весело.